Николай находится уже достаточно продолжительный период времени в Китае. Он сейчас обучается в Китае. И он, конечно, Лукашенко для себя создал запасную квартиру на случай, ну, условную квартиру, да, куда он мог бы бежать в случае критической ситуации в Беларуси. Это Китай. Китай, конечно, не выдаст Лукашенко. Китай сегодня поздравил Лукашенко с его днем независимости. Он рассматривает Китай как стратегический партнер. Китай, конечно, вряд ли рассматривает так Лукашенко, но, я думаю, место для убежища ему предусмотрит. Если касательно Дмитрия, я думаю, Дмитрий сейчас находится на отдыхе где-то в районе Турции. Можно это предположить, такие сведения были, но это, конечно, требует перепроверки. Что касательно Виктора, Виктор в настоящий момент отвечает как раз-таки за Пригожинский проект.